Россия и Франция. Финал международного турнира по пляжному теннису. Накал страстей не остудил даже проливной дождь, который время от времени добавлял остроты в поединок. Спортсмены на него даже не обратили внимания. В поле зрения только мяч, ракетка и противники. Браво! 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 Не испугала ни погода, и многочисленных зрителей. За ходом состязания наблюдал и глава администрации Самары Олег Фурсов. Этого зрелища самарцы с нетерпением ждут целый год. Международный турнир по пляжному теннису проходит в столице региона уже 5-е лето. В этом году в нем участвуют 80 человек. Призовой фонд – 6 500 долларов. Это единственный турнир такого уровня в России, кроме вот чемпионата мира. И я на турнир G1 привозил одного из лучших судей мира, Массимо Морелли из Италии. Он считает, что здесь можно пройти турнир любого уровня, вплоть до чемпионата мира. Самарский пляж оценили и спортсмены с мировым именем. Ребята из французской команды в Самаре впервые, но, говорят, обязательно сюда вернутся. В отличие от большинства турниров в мире, которые проходят на берегу моря или океана, здесь, на берегу Волги, на берегу реки, это немного другие ощущения, но они мне очень нравятся. Набережные, зрители добавляют куража. Мне очень нравится Самарский пляж. Очень удобный для игры песок. Нравится то, что площадки для игры солидные, стационарные. Также очень приятно, что приходит много людей, которые не являются профессиональными спортсменами, которые пробуют, интересуются этим видом спорта. В этом году впервые в турнире по пляжному теннису участвуют дети до 14 лет. Раньше в этом виде спорта было ограничение по возрасту. Юные спортсмены пришли в пляжный теннис из Большого. Мы не тренируемся вообще, Опыт турниров точно такой же, сколько раз вот мы играли, сколько раз мы держали в руках ракетку. В пляжном теннисе, например, тяжелее тут бегать, потому что песок, и так отталкиваться сложно. А в большом теннисе, там, как, ну, мне кажется, должна быть больше выносливость. Там. Хотя тут тоже, если на солнце играть. Наряду с профессионалами на соседних кортах соревнуются так называемые «чайники». Все желающие научиться играть в теннис на песке и попробовать сойтись в схватке с таким же любителем. Ракетки и мяч выдаются бесплатно. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов. События.